Всем привет! У меня наконец-то дошли руки наводить дальше порядок в моих коллекциях. Вот, вот эта срач за мной. Это все разобранные коллекции, которые сейчас мне надо перебрать, переписать и разложить по боксам. Вот, это вот начало. Это киндеры. Вот, сейчас я их дальше буду фоткать. Ну, и немножко вам покажу, как я их, в общем-то, хранила раньше. И я сейчас просто как бы меняю их дислокацию, так как их стало гораздо больше, и теперь мне нужны контейнера побольше. Вот. Не знаю, интересно было бы ли вам посмотреть вообще как бы обзор киндеров, вот. Но, ну, напишите комментарий, кому было бы интересно. В общем, вот у меня киндер, коробка номер один, серии с 2000 по 2019 год. Вот, и сюда я буду, вот это уже, сейчас я вам покажу. Я вот приехала посылочка с киндерами. Вот, вот так выглядит у меня. Видите, каждый пакетик, он подписан. Вот, и стоит номер. Для чего у меня этот номер? Для того, чтобы посмотреть, у меня есть как бы мой каталожек онлайн, вот, где у меня записано, как называется серия, год выпуска, под каким номером она идет у меня, какая она по, как бы, какая это страничка в каталоге. У меня есть каталог киндеровский, я вам его тоже покажу. Если это, конечно, те серии, которые до 2018-2019 года, потому что последние серии их уже нету, это уже новый каталог. Вот. Как вы видите, плюс там у меня записано, есть ли какие-либо дополнения, да, то есть в плане того, что вариантные игрушки, вот, так как в некоторых... Допустим, киндери, но там и не только, есть варианты. Я вот хотела быстро вам показать. Ну, допустим, смотрите. Видите, как вот тут две вариантные панды. Вот. И потом я их вот так вот укладываю. И также я указываю, допустим, название и в скобочках номер один. Это значит, если вдруг я захочу ее найти, то у меня эта коллекция будет в коробочке под номером один. Вот. Так. Ой, сейчас я поправлю. У меня муж, как всегда, играет, я занимаюсь своей ерундятиной, скажем. А вот так выглядит, это вот первый, скажем так, первая папочка. Это вот просто я уже вложила сюда новые коллекции, но еще не отфотканные. Поэтому не в начале. Вот, вот идут вкладыши. То есть тут у меня серии без вкладышей, тут у меня вкладыши. Это для удобства. Я так сделала, то есть можно было бы купить файлики с, типа, для визиток, они сразу, типа, с разделителями. Вот, ну, в общем-то, я решила особо не заморачиваться, вот, и сделать вот так. Это тоже, как бы, вполне удобно, то есть мне комфортно, а всем, как бы, по-разному. Сейчас я пока вот пишу, видите, кольца цветочки феи, 2015 год, номер 23, коробочка номер 1. Вот, потом я хочу сюда наклеить наклеечки. Вот, ну, как бы бумажки, может быть, примерно как вот здесь, видите? Вот, чтобы понимать, во-первых, чтобы мне доставать серию, да, то есть есть такое, что у меня не все вкладыши есть, потому что я покупала, допустим, или меняла с рук, вот, и некоторые не собирают вкладыши, вот, как-то так. И чтобы было удобно найти вкладыш, которого не хватает, чтобы серия была уже совсем полненькая, вот, то гораздо проще смотреть вот так вот в папочке, да. То есть, допустим, вот я знаю, что у меня эти серии собраны, раз как бы вкладыши в папке. Вот, как также я иногда, ну, как бы ставлю пометочку, собрано, не собрано, и все или не все, но там, где вот плюсик, это, по-моему, то, что у меня все вкладыши, вот. Вот, если честно, не помню, или не все. А, нет, плюсики это я ставила, когда проверяла наличие серии в коробочке. Вот, вспомнила. Поэтому сейчас я дальше начну перебирать, вот, с
складывать, наводить порядок, перефоткивать. Я вам оставлю под этим видео ссылочку на свою страничку в Фейсбуке, в Инстаграме, вот, где вы сможете при желании посмотреть реальные фотки моих коллекций. И я обязательно, возможно, не в этом видео, а в следующем каком-то из, покажу вам сам документ, как я его, в общем-то, делаю. Вот. Опять же, ну, как бы, как и с банкнотами, я не могу сказать, что я прям коллекционер-фанат, да, вот некоторые. Мне просто это нравится моей дочке, и, как бы, это вот такое вот наше увлечение. Сейчас дочка играет с нашим хорьком, я вас тоже с ним познакомлю. Вот, а я пока пойду перефоткивать, и надеюсь, я сегодня большой кусок работы сделаю. Обязательно вам покажу. Кстати, есть еще у нас вот такие коллекции всякие, которые не относятся к киндерам. Вот, допустим, сейчас я вам перебежу. Видите, вот уже лежит это стаканчик из кинотеатра. Вот, 4 стакана, это серия Star Wars, вот последний этот сезон. Также вон киндеры различные, ту серию еще собирать буду. В общем-то, это все мои коллекции, которые я хочу разобрать, вот, перефоткать. И, наконец-то, это как-то систематизировать, чтобы был какой-то порядок. Вот. Так что побегу это делать, и обязательно скоро к вам еще вернусь. Процесс идет. Это моя коробка номер 2. А тут, скажем так, всякий хламчик, тоже коллекции, но не киндеры. Вы можете видеть тут стикеры, Барни, Гарри Поттер, еще баночки с Кока-Колы, а там баночки с Пепси. Опять же, фото вы можете увидеть у меня в Инстаграме. Я постепенно буду их выкладывать и в Фейсбуке. Ну, а я продолжу дальше. Ну что ж, в общем-то, уже почти, даже не почти, немножко больше, наверное, половины ящика заполнено, вот. На часах 2 часа ночи, я безумно устала, вот, и еще куча серий, вот. Но на этом я буду заканчивать видео, потому что завтра, в общем-то, продолжу, вот. Пока у меня несколько дней выходных, мы с Викой хотим довести это все до ума, вот. Кстати, у нас, вы видите, под елкой еще мишка и черепашка, которые пойдут в коллекцию киндеровских игрушек. И хочу вам показать еще, смотрите. У нас опять полинял Азиз. Или Азиза, понятия не имею. Вот, и, в общем-то... Ай, убежала. Уже стал гораздо больше. Вот видите его? Скелетик. Завтра я его уберу. Вот. И смотрю, что уже, в общем-то, здесь окреп. Так что завтра будем кормить. Влазит. Нет, не вылазит. Так что вот такие дела. Всем спокойной ночи. И завтра уже я буду открывать свои подарки. Честно сказать, я с этими праздниками очень устала. И любопытство как-то меня вообще не мучает. Вот. Всем спокойной ночи. Ставьте лайки. И до следующего видео.